таком виде рэпер отправился кататься на доске, пока беременная подруга рэпера Тимати, Анастасия Решетова, скучает в Америке, жалуясь на то, что теперь в сферу ее интересов входят домики для кошек и детские коляски. Музыкант отрывается в одиночестве в элитном турецком отеле. Говорят, в свое время руководитель лейбла Black Star тусовался тут с Решетовой, еще будучи в отношениях с Аленой Шишковой, но теперь в пролете оказалась и вторая пассия артиста. Больше по теме: Тимати перестраивает два детских сада в Москве в казино с проститутками на курорте. Тимати веселится сам, а заодно развлекает подписчиков. Накануне, к примеру, Тимур Юнусов, настоящее имя рэпера, решил в очередной раз показать публике, как он круто катается на серфе. На доску музыкант встал в весьма эффектном прикиде, в халате, тюрбане из полотенца на голове и с чашкой кофе в руках. По дороге на массаж, шутливо подписал ролик артист. Стоит отметить, что Тимати и раньше демонстрировал виртуозное катание на серфе, то в смокинге, то вместе с малолетней дочкой на руках. Так что в свежем посте певец просто лишний раз подтвердил, что не утратил своего мастерства. К тому же после рождения малыша, говорят, у пары будет мальчик, у рэпера вряд ли будет достаточно времени, чтобы покорять волны на турецком курорте. Хотя многие утверждают, что ребенка будут воспитывать вовсе не Тимур и Настя, а мама артиста, Симона Юнусова, которая уже взяла на поруки дочь Шишковой, Алису.